больше. Товарищ Жмуриков, Сталин на проводе. Зайдите ко мне и захватите свой пистолет и мой кофе. Жду. Доброе утро, товарищ Сталин. Что с вами, товарищ Жмуриков? Какое утро? Неужели у Москвы с Тегераном такая большая разница во времени? Вечно вы все путаете. Добрый вечер, товарищ Сталин. Что-то вы как-то вот нервничаете. Не надо волноваться. Вот вчера один наш товарищ Семенов волновался. Мы его успокоили. Он теперь совершенно не волнуется. Я сам видел. Ваш чай, товарищ Сталин. Почему чай? Я же просил кофе. Опять вы перепутали, товарищ Жмуриков. Надо с вами разобраться. Кстати, пистолет с вами? Да, товарищ Сталин. Очень хорошо. Возьмите пистолет и поезжайте на аэродром. Сегодня на конференцию приезжает господин Рузвельт. Вы должны непременно привести его ко мне. Нам предстоит очень серьезный разговор. Идите. Минуточку, товарищ Жмуриков. Это очень важная встреча. Поторопитесь. Приведите его в чувство. Рузвельт, товарищ Сталин. Господин Рузвельт, я пригласил вас на эту встречу тайно от этого дурака Черчилля, чтобы вы наконец решили, когда же мы будем открывать второй фронт. Говори, сволочь, когда тебя товарищ Сталин спрашивает, говори ты. Во-первых, вы все перепутали. Я не Рузвельт, я Черчилль. А во-вторых, прикажите своим чекистам отвязать меня от кресла. Ну, Жмуриков. Ужас! Когда слышал спящие голоса на музыку Бетти Чайковского, Я вот не понимаю, ты уже третий час делаешь свой маникюр. Ты что, на свидание собираешься? Вчера, между прочим, где-то гуляла. Долго. Да ну тебя, ну что ты? Просто ногти должны быть здоровыми и крепкими. Здоровыми и крепкими. Криминальная хроника. Ночью в городском саду обнаружен труп мужчины с 16 ногтевыми и жеванными ранами, 5 из которых оказались смертельными. В заключение о погоде. Ужас. Завтра погода. Слушай, а ведь ты сегодня себе и зубы долго чистила.
Ленька. Пришел. Все, таки. Пришел. Так мне сказали, что ты срочно хочешь меня видеть. Я давно хотел срочно тебя видеть. Первый раз я хотел тебя срочно видеть, когда ты не вернул мне долг. Деньги, которые я полжизни копил на квартиру. Потом вообще хотел тебя срочно видеть. Когда ты написал мне донос, и меня уволили с работы. Потом, когда ты увел у меня жену. Ой. Короче, давно я тебя хотел видеть, Леня. А ты же бегал от меня. Даже в другой город переехал. Прятался. Заметал следы. Ну почему? Мне как только сказали, что ты хочешь меня увидеть. Ну, перед смертью. Я сразу же и приехал. Ты прости меня, если что не так. Да, Леня. Я решил тебя простить. А смерть, она все-все спишет. Все обиды. Долги, оскорбления, унижения. Она же выше этого, Леня. Сеня, ты такой благородный человек. Особенно сейчас, перед смертью. Я тобой горжусь. Сколько ж тебе осталось, Сенечка? Мне осталось. Да я-то еще поживу. Это я тебе все прощаю перед твоей смертью. Вот она все и спишет.